С самого раннего утра на территории региона не прекращается дождь. Моросящий сменяется ливнем и наоборот. По прогнозам синоптиков центров ОБС, 29 мая 2020 года в Московской области может стать рекордным по количеству выпавших осадков. Подобное явление было зафиксировано в 1976 году. Тогда за сутки накапало 39 миллиметров воды. Тем временем в интернет-сообществах пользователи делятся своими кадрами происходящего. На этом видео колеса грузовых авто наполовину погружены в воду. А это только начало дня. Каково же автомобилистам на легковушках? Кажется, самое время оставить личный транспорт и временно пересесть на общественный. Тем не менее, уже в субботу 30 мая обещают жаркую погоду до 22 градусов тепла.